1360 кубометров в секунду. Именно такова сейчас пропускная способность Преображенского водохранилища, которое находится неподалеку от Астаны. Но уже завтра эта цифра может увеличиться до 3000 кубометров. Глава Комитета водных ресурсов Минсельхоза Ислам Абишев говорит, что в последний раз подобное явление было зафиксировано больше 20 лет назад. Отмечу, поблизости находятся поселки Ильинка, Романовка и Косшин. Сейчас там, значит, возводят дамбу, чтобы защититься от этого. Соответствующая техника работает. Но будем надеяться, что этого не произойдет. Большой паводок был в 1993 году. Тогда максимальный, значит, сток был 993 куба в секунду. Это было в 1993 году. И тогда были определенные проблемы в пригородах города, бывшего города Целиноград.